могу. Я-то прожила 3 года, но не хочу я это терпеть. Я не хочу. Все же женщины, ну не бывает же такого, что теперь все мужики такие, я понимаю. Любовь показала первый раз, когда это акт будет длиться. Сейчас я его прощу, потом снова это будет, Влад. Ну, а если это правда была ошибка? Не верю я ему. Ну, он же тебе не поднял руку. Ну, в смысле, Влад, я не был чаротик, но если бы его не держали, вы бы... Ну, мне все ребята, нет, все ребята мне сказали, что он тебя толкнул, ну, все. Ну, правда, мне никто не сказал, что он тебя хотел избить или намекал, там, ну, как-то, не знаю. Он всю агрессию вчера выплеснул в стену, ну, которую он раз... Я его сдержал бы не... Кто бы меня не сдержал? Он был неадекватен, не меня. Кристина, давай по-честному. Если бы этот вот трехметровый, как ты говоришь, товарищ, был бы, правда, не в меня, не бросался на тебя, мне кажется, он бы тебя все-таки достал. Да его все пацаны там держали, Влад. Никто меня не держал. Все успокаивали, но это по-другому немножко, Кристин. Его успокаивали, я не помню, что кто-то держал. Мне никто такого не рассказывал, не писал, правда, но разными глазами смотрел. Иди спроси Шенгеля, иди спроси Адеева, спроси колхозника. Адеева, я не могу, я буду спрашивать. Адеев сказал содержать, я их всех оттолкнул, никто меня не схватил. Не мог удержать. Ты сейчас пытаешься успокоить или наоборот накручивать? Я говорю, потому что если бы я хотел что-то сделать, я бы сделал. Я бы свою агрессию выплеснул в стенку, в то, что было. Мне кажется, он ждет еще других слов. Давай попробуем какие-то другие подобрать, они если бы так бы я бы хотел. Я знаю, что это была моя ошибка. И впредь я не хочу, чтобы такое повторялось, такого не повторится. Я хочу выстроить нормальные отношения. Мы отказались от телефонов, давай. Смотри, у Кристины есть некая психологическая травма. Травма, да. Она связана с насилием там в прошлом. Это очень серьезная проблема, она женщина тянется продолжительный период времени. Да? Я не верю в то, что Кристина сейчас как-то спекулирует или манипулирует этой травмой. Я все-таки верю в то, что она абсолютно искренне об этом говорит. Исходя из этого, для нее действительно, ну, вчера это было такое возобновление некой травмы. И сейчас единственный способ, это как-то с твоей стороны, если ты окружишь ее лаской, заботой, и тогда, мне кажется, ваши отношения еще можно спасти. Ну, попробуй это сделать, Артем. Да. Спасибо. Я считаю, что...